Давайте. 3, Конечно. 2, 1, гоу. Дорогие друзья, 3-минутная Гота рекламная квест? пауза. Сейчас, секунду. Бля, давайте, давайте вест только. Окей, давайте, только вест. А вест это что? Это юг? 3, 2, 1, гоу. Запад. Запад? Так, дорогие друзья, 3-минутная рекламная пауза сейчас. И хотел напомнить, что 28 числа, то есть послезавтра, будет розыгрыш от Мосчата. Будем разыгрывать, во-первых, сет на инвокера за 25 тысяч рублей. Dark Artist 3, а также 5 аркан на Пуджа и еще приятные призы. Для этого нужно быть... нужно смотреть, соответственно, стрим 25 числа. 28 числа. И быть подписанным на... Значит, не на группу, да, находиться в группе Мосчата, mostchat.com, в группе Dreads TV. Вот такие вот новости. Там у них, у вас этот, Задра Визажа в меди. Здорово, Мемис. Ой, пансексуал с нами в игре еще. Нет, спиздили Гера. Че, мы с тобой будем вдвоем душить? Я со своим мальчиком, он вообще неадекватный. Крепкий прям? Он неадекватный. В прошлой игре он был со мной на этом говне, и он был плох, кстати говоря, если что. Блять, ни одного варда за игру не купил, вначале не переехал вниз, когда надо было. Все, я его прогнал. Погнали вниз. Давай. Я не люблю с ним стоять. Ну, а что тогда начал? Жестяк. Так, смотри, андайнг у меня забрали, у меня есть огр. Сам понимаешь. Я здесь, наверное, подмучусь в доте буду говорить. Или как? Чё ты? Ну, надо здесь будет подмутиться и говорить в доте, чтобы Вован... И, блядь, кому интересно это все? Я не знаю, он, мне кажется, все равно заруинит игру. Можно вообще расслабиться. Чувак, открой мне у вас игру. Вот после тебя я пошел сыграл. Знаешь, какой у меня счет был? 31 на 2. Вот просто открой. Просто посмотри, что бывает, когда буфит takes carry, так сказать. Слушайте, а сколько сейчас регена у Огра? Ему же не пофиксили это дело? У меня 7 регена, Андрюх, не знаю. У тебя 7, а у Огра сколько будет? Тоже много, наверное, да? Ладно, сейчас вернусь. Курить. Вован. Чё такое? Нахуя ты с каймага взял? Чтобы пизды вам дать. Я сзади курить. Это же дерьмо, герой. Я подмучусь здесь. Блять, ебаные санкинги. Андрюха, как начать так же лить кейпи я так? Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-тр-тр-тр-тр-тр. Не, ну катка, конечно, жесткая такая планируется. Так, ну как начать так же лить кипяток, Вивитр, Андрей Ковалев. Слушай, я не знаю. Начни с того, что сделай ник себе кипяток. Айфоксин, спасибо за подписку. Добро пожаловать обратно. Андрюх, здесь? На месте! Ладно, все, я прикалываться не буду, никаких шуток, надо пизды дать этому рофлеру. Похуянемся за 25. И даже не пати рейтинг, я так понимаю. Блять, это дред нагрел. Ёпту. Блин, как же все-таки меня триггерит, когда, знаете, вот это вот, ну, узнавание происходит. Так, ну у меня план есть вот сюда вот. Как? Хорошо. Ну ты со мной туда. Угу. Ебать, подсосник на Магнусе. СВЧ? Да не совсем СВЧ, гайз. Дело не в этом. Просто понимаете, ты заходишь в доту поиграть в игру спокойненько, а потом вот начинается пересечение, знаете... Не типай меня, блядь. Так сказать. Нахуя ты меня снайпишь? В общем, это отвлекает очень сильно. А там уж как хотите, СВЧ, не СВЧ.
Вы поняли, что кудес просто вздохнул так неебически и ушел в другую комнату? Че, подождали короля, парни? Ждите, ну, понятно, терпила. Элизабет, 38, спасибо большое. Андрей. Да, Да, блин. Ты че, мой стрим болел? Да, пансексуал, да. Ой, красивый. Ты курсишь, что я волосы покрасил? Нет, Вов, ты большой молодец. Андрюх. Андрей. Дрюня. Так чё, блядь? Чё ты доебался до меня, петух? Просто хочу доебаться до тебя. Понял. Нахуй ты меня петухом называешь, я пансексуал. А герой у тебя какой? Я не хочу. Ага, чисто из-за героя, да? Вот чисто из-за героя назвал меня. Ну, фактически, да, я ничего не имел плохого. Не потому, что я пансексуал, да? Нет. Угу, рассказывай. То, что ты пансексуал, это твое дело, как бы мне это без разницы. Это в соло. Я, кстати, намеренно спиздил, я мог не забирать. Если что, Мелис две игры подряд 0.12 играл, сейчас он за тебя, чтоб ты знал. Понял. А я хотел. Чтобы из нас двоих не высосал. Ой, там дровка, я не хочу больше. Блин, какая вам пизда, просто. Сомневаюсь. Я уже вас страхаю, как хочу. Надо до второго дожить. Спасибо. Эндрю, Хопхей, знаю, что ты пиздец занятой, но если не сложно, передай по Эльзе привет Саратову и Чебоксарам. Хотя, нахуй эти Чебоксары, гол только Саратов. Без проблем, передай привет Саратову. Незнакомый из Саратова, кстати, очень, очень хороший человек. Если все такие в Саратове, то прям заебись, пламенный привет Саратову. Ну их время здесь скоро закончится. Да, очень скоро закончится. Я сейчас пойду между таверами, бля, и потом. Я уже готов туда идти, на самом деле. Да, Андрюх, ты на XP, я пошел. Хотя. Я не против. На Дланте, пусть потом я съебусь. Странное решение, друг. Так это мальчик тоже, алло. Не-не-не, пусть он мучается. Ну я не знаю, я убью его. Давай, я тоже. Так он, все. У него 500 хп просто. Ангел, this my friend. Все, я встретил, я пошел. Thanks. Сейчас точно. Можем под глиф углубиться, смотри, он без силы. Тут ваван. Опа, что такое Мелис?
Не, нормально ебли строили. Бля, да не могу я громче говорить, у меня спятся. Уже, понимаете? Yep. А я у типа. Give me bottle. Так, а денег-то много? Это не налог, Андрюха, это не налог, Андрюха, пожалуйста, Андрюха. Блин, ну не жесть. Не надо меня налога облагать. Так вот и устроен реселлерский мир. Можно и за мной оба часа. О, красавчик Андрей. Hey, man. Здорово, здорово. Зачем это делать? Я, блядь, вообще нихуя не могу, я век свой ноут. Ты пьяный, блядь, что ли? Ты одной магии попади хотя бы, получше будет. Ну смотри, вот попал бы я баги, чтобы, блядь... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла! Всё, блядь, ты в мьюте. Вот так вот, Андрюх, да? Ну, похуй. Да, и он не крутится. Я ручки не достаю. Вован, сука! Паузу, сука, ставит. Паузу, сука, ставит. Можешь оскорблять, я не обижусь, я думал оскорблять или нет. Спасую. Дробный симак. Так, ну он достиг 6 уровня уже, это крепко. Ладно, соляру. Нападём на них, Андрю? Да, ОМВ. А тут курочка меня светит. А, без сапога. Втиски, втиски её. Бутербродиков. Скинчик оставишь, Андрю? Ты и так шестой. Отличная работа, Андрей. Спасибо. Андрей? Спасибо. Вообще, ты и так шестой, это я повелся, честно говоря. Need to block this.
вернусь сейчас. Я просто под тобой не хочу драться. Сука. О, давай, она одна сейчас. Давай, давай. Есть варк, кстати, просто. Что пойдем, что почти сделаем? Вот здесь маван, сука! А здесь... Давай, вот этого. Ебать! Вот он это люка! Проебан. Я сдох, да? Дай мне стик, ну что-нибудь. Баунти там. Сыграем мемную. А у меня 1.7. Охуеть. Книгу спиздил вас. Отличная работа, Андрей. Thank you very much. But I'm not Андрей, I'm Кипяток. Мне страшно. Ну чё не хватает? А музыки нет. Ладно, лес хуй. Так, и шо значит? Надо транквилики какие-то для пущей скорости бега. Бам. Победил. Но они все силы вниз бросили, у нас антимаг рефармит. Так, конечно. Это не ко мне, это не ко мне. Парень, ты делал контент-зон, бля? А вот тут сделаю. Не попал. Там с Кэмом где-то с Магнусом. Магнус еще сорка был. Чё, засал, да? Засал? Скло? Ну и иди. Тебя боятся, блядь. Ну и где ты нахуй? Нормально, хочется где-то. А, эй, я can call this. Мультикаст. Так, фронт таргет. Да. Сталинс на дроп кинет, конечно. Не понял, а где враги, блядь? 40%. Не, не 40%. 40% то, что не получится. Сейчас ГПМчик еще появится. Кай. Я не так сделал. Сори. Я бухой. О, этот огр, как же он разъябывает, это жесть, так вообще. Так, что там надо бы? Ну, ладно. Пока что я не буду мечтать о транквилах. Лесу нету вардов там. Так, ну и что, сыграем? Третий раз подряд посмотрим, будет, не будет?
Ну, все равно ничего. Блин, мне подраться нахуй, не помню. Yeah, we should block engines. Берет эту смоку в мимо, нахер меблинг. Чего, блять? Бери. Prepare with smoke, I'm gonna have my blink soon. Оу, 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 окей, окей. I don't like this. Care. Bouncer on this. I don't have my blink, I can't fight them right now. This is a bad. Это что такое? Can call this guy here. Не, ну что-то тут дикое тащило. Guys. Оп, X2. Уи. Oui. Мне кажется, трубула нужны какие-то, вообще покс. О, хорош. You can call him in 10 seconds. Save illusions for me, I wanna have him. Can we defend mid? I need plus one. You can start. He's gonna blink. Any spells? This guy? We need more heroes. Это пышки. Ага, настоящий. Ужас. Я знаю, что не, ну получают они, конечно, крепенько. Подойдете? Yes. Конечно, она просто пятером идти. Но у нас сейчас нет ТРП, нихуя нету вообще. Так, ну-ка пробуем. Я на. Когда? Дэвид. Тот. Вместо эйс начал что-то говорить и не молча играть. Погнали, ёбнем, да. Не слишком ли поздно, Вовчик? Я бы вот Вована лучше ёбнул, а не Андайнга. Короче. Ты меня, то есть, просто подслушиваешь, сидишь тут, блядь? Ой, ты меня отвлёк, сука. Ха-ха-ха! Вахуй. Там у Мелисы шнурки развязались, которые его к лестничной площадке подвязывали. Персов. Да я что-то этот по паузе решил. Да нормально, нормально, чё. Я бы так же сделал бы на твоем месте. Забэмили лоха, правильно. Пойду подфармлю a little bit. Чё, госпачок, Андрюх? А у тебя есть? Я то почти yes. Видите, это проблема, Андрей. Вот он играет на игре, и у него 10 киллов. Он сворует киллы у керри. Вчетвером. Давай вчетвером поехали. Но я хочу нажать на кнопку, это очень важно. Чего, кого? Давай. 4 мультикаст, пожалуйста. Они сейчас меня идут. Надеюсь. Два дауна. Больно смотреть на вот эти секунды капающие сверху. Сюда, нахуй.
Я бы разбил сейчас Мидас, честное слово. Не знаю, он сидит, подслушивает прям. О. We can fight. We can fight after the killer. Ставь Сэндри оп сразу сюда. Андрей. А. О, бля, меня выебали. Сука. Ну зачем вы так жестко, я парни? Ладно, когда, давай, друг. Очень, там очень же всего лишь Ашана забрали. Да. Командровка. Хороший удар. Вы still can't fight it. Yeah, let's get out. Bandidos. I am push bottom, I will try to catch somebody. Somebody, somebody, somebody. Тут не увяло. Тому, кто разжег, это фирмач. Остальные пока прощаем. I'll kill. Пушки. Пушки. Drop shot blade. No draw, let him down. I'm keeping shine. Can we go? Надо в Магнуса, надо в Магнуса. Бля, где дровка была? Вон, дровка одна в меня. Хелп? Попробуй с кого-то. Так, жирного мне. Жирный, комкост. Не, на, держи булочку. Иди-ка. А давай наш плюс разбить. Так, и шо? Значит, мне нужно. Ну я вообще могу в керри такой одеваться смело. С таким уровнем. Госпек, скептр, я возможно, серьезно, не нужен. Я серьезно, ебал, он там катает, бля. Я смотрю, на самом деле... Да, фу. и что? Да, я стараюсь, я всегда стараюсь, когда в доту играю. Да, и что? А я, может, киберспортсменом стану, да, об этом не думал? Все с карты ушли. Магнус инвиз. Ты не думал, что ты прыгаешь на батутах, при этом представляешь, что это хуи? Отпусти топ, если сдохнешь, ничего страшного. Это мое дело. Вот так вот нахуй. Пансексуальный юмор, пансексуальный. Не, жесть вообще. Guys, we can kill them all. Go mid. Ты типа тренер своей команды, да? Да, а чё, блядь? Не, ничего. Вот и всё, нахуй. Сумка тогда, блядь. Куда ты, блядь, там руки поднял, нахуй? Опусти, блядь, на землю стоять, блядь. Поднял. Алё, ты, нахуй. Иди, блядь. Иди на батутах прыгайся на базе, блядь, когда у тебя Тима убивает всё. А, ты вернулся, блядь? Ты чё, вернулся? Да, я тебе щебал разобью. Пизды на базе. Вот вард.
На нахуй. Блин, мне бы мультикаш, конечно, не помешал бы. Файвард ломай, блядь. Не, ну я играю с вами. Я просто играю с вами. С кем? С вами. Нет, я Ташка не буду. Вот это. Что ты играешь? Let's go, let's go. Че, как у вас успехи, парни? Нормально, жарево идет. Буду даун. Бля, я выиграл. Вот это Ташка, Ташка, Ташка. Ну. Размотал, блядь. 4К рейтинг. В гостях хорошо, дома лучше. Угу. Ничего еще, я верну нахуй за ночь, блядь. Там не рефракшн, теперь мало тебе. Ты так подумал? Хуй вас рейтинг. Андрюшка, ты где? Андрюшка. Надо было какой-нибудь Lotus Orb для тебя сделать. Can I be all top? Still, still, Magnus can be where. We need invoker. Нормально, нормально, бля. Бля, я такой якорь. Так это чистейшая правда. Ты говоришь, мы файт? Бля, Андрей, ты понимаешь, что вы проебали вообще? Не, мы скорее всего выиграем. У вас экзотик гир на Айме. И Мелис. А, можем? Мне кажется, я даже бухой бы эту игру выиграл. Я бы так не хочу юзать. Слушай, как легко. Как я... Здравствуй, Андрюх. Хуй тебе в ухо. Вапает, Тим, вапает. Все молодцы, ребят. Приятно, когда такая команда у тебя. Да не, мы должны победить эту игру. Ходи на кладбище на бонники скелетов поставь. Я не понимаю. Пишите такого юмора. Я не понимаю, нахуй Клинкса убили как героя. Я тоже не знаю, вот это самое. А модификаторы работают? Нет атаки? Там типа Майлшторм? Ну вроде как да, но все равно что за, блядь. You should go behind someone. Yes, I know. Are we smoking here? Go smoke now. Go smoke now. Please. Use it. Not bad, then. Go, 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 бам-бам-бам-бам-бам. Ну нормально, Вов, накидали вам? Антимейджи, антимейджи. Если кому-то накидал. Тебе я накидал. До 7.
Я еще раз накидаю. Андрей, вот знаешь, вот ты негативничаешь, а мне не стыдно тебе проиграть. Мне тоже не стыдно тебе проиграть. А я знаю, просто я знаю, что... Это мой керри, экзотик дир. Слыхал про такого? А, Вовк? Не, я слыхал про Мелисса. Потом... А, сука. Проебали. Конечно, проебали. Я не знаю, да просто понимаешь, что ты играешь против лучшего огра вселенной, у тебя нет возможности выиграть в принципе никакой. Здравствуйте. Может быть. Хуй тебе, Андрюк. Да, а почему? Может, о, это плака, это плака. Может быть, этот огр хоть раз ошибется? Вряд ли. Не может же он быть он идеальным все время? Может, он такой есть. Огнем Юзелюс, БФ и МВ на огр. Плака без тебя. Слушай, кажется, Огр ошибся. Я погиб, Вов, ты заговорил меня. Хорошая работа. Только так и можно благородных Огров победить. Блин, мне есть захотелось, Володь. Я чуть не сдох сейчас. В реале. Ну, ты выжил, это самое главное. Кока-кола хотела убить меня, сука. Я могу реально забить хер на всех и прокачать себе силу, но я не такой, я возьму нормальную штуку. Передай Вове, что он петух. Ой, извини, Вов, я не заметил микрофон. Сори. Ну ничего страшного, Андрей. Слава богу. Так, где мне выкидывать эту штуку? Привет, Вован, передай Андрею, что жирный раз, жирный навсегда. А. Сори. Да, без проблем. Ух ты, мой герой здесь, да? Да что за меня так дорого много дают? Блин, может реально взять силу? Хотя это не совсем то, что мне нужно, откровенно говоря. Да, там и Томпстоун еще всякие тут нужен. Ой, блять, я вот сейчас реально забыл выключить. Слыхали про волков там поговорку вот эту вот? Какую? Про волка и овец, может? Нет. Когда мальчик говорил, что волки идут там. Про волков. Про Виктор Волков. Привет, Вован. Передай Андрею, что он не смешно шутит. Ага. Все. Видно. Привет, Вован, передай Андрею Вич. Ага, передано. Это наш Андрюк. Он практикует секс в ухо. Чтобы прыгать высоко, не нужен нам батут.
can start. Nice. I knew he's gonna come. Arcane. I mean, region. He's no Viper control, guys. We should just here too. No Viper control. Yeah, no Viper control. Yep. Мне нужно присесть топ на каком-нибудь строк или инвокер. Да подожди же ты, ну ёп. Да ёбана, ну что ж ты в меня-то влетаешь, ну немец. Фейбов тебе. Хватит. Киндам, киндам! Крепком у вас, Валанчик? М? Крепком у вас, говорю? Да. Это правда. РПК, да? Это нобикови, нобикови тей. I actually low. Че там, Андрюх? Руки поднимаются. Поднимаются, поднимаются, Вовка. Кажется, ты погиб, да? Я не уверен, это вроде так отображается смерть в игре этой. В инвентарь-то мы смотреть не будем, естественно. Камон, ну надо-то. Чувак играет на Шреке, еще и выебывается, я вообще в ахуе. На ком? На Шреке? А, Огр же. Ну да. Андрюх. Че? Че ты хочешь? Ты хочешь меня спровоцировать? Ты хочешь меня, блядь, спровоцировать? Ну ты меня спровоцировал, блядь, и что теперь? Ты доволен, блядь, собой? Да не бомби, да? Сладкий. Ха-ха! What? Yeah? Андрюх, ты же знаешь, что если бы мы в реале с тобой встретимся, просто пойдешь мне навстречу, и ты возьмешь вот так глазки по стеночке и вниз такое опустишь, чтобы я не посмотрел на тебя, чтобы ты понимал, нахуй, что идет, блядь, король лев, нахуй. Я понял. По стеночке и вниз, вот так глазки. По стеночке и вниз, хорошо. И вниз. Грустно. Угу. Да, да, вторым спиллом с первого левела. Мы с тобой уже пиздились, правда, в КПР. Ну я бы решили. Так, надо бы не нафидить, честно, на самом деле. Если на обосраться с рефракшном, я могу сделать это. Но это not up yet. Андрюх. Да. Сейчас будет что-то типа гениального хуйна, да? Я угадал? Ты сука интеллектуальный человек, я пансексуал, мне такое нельзя говорить. Ну вообще да. Блять, попал под торнадо. Как назвал торнадо? Блин, на самом деле это какая-то супер тыча, тычка. Это типа от руки такая жесть. Need to try to fight them on mid and I can take this. I don't know. Карина Кочеряна. Поднимайся, поднимайся ко мне в дом.
Okay, we should get back, take shine. Yeah, we're all over full life. Конечно, не эксперт, но мне кажется, я в этой игре что-то не доиграл чуть-чуть. Ну, как и в каждой игре, в которой ты играешь. В общем-то. Как тебе такое? А? Морзес, отпушись. Да-да-да-да, я хочу здесь поймать. Парни, вы можете собраться? Мы проигрываем, блядь, лыжнику батутисту. Давайте быстрее. Все, поехали. Фец. Баунти внизу. Они вышли с базы. Бля, Андрей, меня тут моя же тима ненавидит. Да ну. Тебе это должно быть знакомо, как никому. Чего бы интересно. О, ёбаный в рот. No TPT. Everyone come here, we're coming. Magnus, can I kill Magnus? Look, look, look. Aim. T is here as well. He's Ripper. T. Nice, no buyback. Nice dude, no buyback. Ташку убили. Есть ману у кого? Все, заканчивайте, парни. Ух ты. Бам. Ух ты. Пули. Думали, это конец, упс, парни? Это только начало, блядь. Трап, трап, трап. Понятно, там Эйс в АФК сидит. Кто расслабился, плюс чат. Такс. Ну чё? Ничего, нормально. Андрюх. Дай. Я инбокер, если умрёт сейчас, он... Какая пизда! Ну-ка, сейчас посмотрим. No, так он сейчас убьет, смотри, всех. Ладно. Даста за диспелли. Эй, мама. No buyback, kill him. Заигрался. Wait for over mag. Yes, please. Aim needs buyback. I need buyback. Anti-mage, no buyback. 50 gold. Looks like bait to me. Indeed it is. Не в смоке. Да, конечно. Пошел просто напердел что-то в миде.
Вуфет, ты же один там, правильно? Конечно. И рынжевичка набафал, смотри, как они, а? Мои мальчики. Дрень. Я не тупой, знаю, что вы там в лесу стоите. Генераты, блядь. Бежаешь, чудо. Блин, мне хочется кидать мультикасты, мне не хочется это стояние какое-то проклятое устраивать. Еще мы типа мы сейчас преимущество наращивать примерно 15 часов, да? На, вот тебе держи штучку. Вот эй! Решим, ты чё? Ты чё? Ты чё? Ты чё? Бам-бам! Решаем, кто из нас лучше, правильно? Так что игра будет долгой. Ну да. Выживет сильнейший. Опа! Андрюшка. А я получил баш от... Андрюшечка. Андрюшечка подставил команду, как и всегда. Неправда. Антимейдж, 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 антимейдж. Всё. No buyback. Это что значит? Это значит, что у меня нет байбека, да? Хорошо. Ну у вас дровка байбекнулась, да, получается? Ага. Блин, надо БКБ что-ли тоже делать, получается? 1000 урона мне Вовка нанес, жесть. Сколько? 1000. Вообще, я не понял, что меня забашило, что меня ввело в состояние стана. Я должен был дать тебе второй бласт, и ты бы сдох, и не нанес никакого урона. Блин, понятно, что ты что-то в доте не понимаешь, это уже как бы давно стало ясно. Да, я прям совсем тупой. Это жесть вообще таким быть. Робот, блядь. Говорят, на каком герое ты играешь, такой ты и в жизни. Блять, я ж на петухе. Сука, сам себе заловнил. Самозалалкался. Дировка с ДД опять. Да откуда вы ДД эти берете? Вы их высираете, что ли, или что? Стоп, подожди, это у нее есть какой-то... у нее баш от милда теперь на 25 уровне. Кто ж знал-то? О, мемес, То есть таланты прокликивать не нужно, да? Жесть, он крут. Нет. Там твой друг немец обосрался. Блин, я продал мидас, это была самая большая ошибка моя. Продал его? Да. А как продать душу дьяволу? Я был 25 уровень прокачки уже. Вроде бы больше некуда, да? Ну, есть куда. Боюсь, что байбек строим. Андрюшка, меня зовут Андрей. Тебя зовут Вован. Мельс тоже Андрей. Вот и песни, конец. Я купил, айподжем. I wanna fight. Волка что-то пушит ладом. Дать на хабе, кстати. Что такое, Андрюх? Ого. Опа, я помер. Почему вот моя команда тут не стоит пятером? Я не знаю, потому что они не хотят, чтобы ты заработал эти очки. Get for jump, guys. In the chicken. Take for jump, please, somebody. Somebody, please. Это так грустно, так обидно. Когда член из-под пуза не видно. На-н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 а
А, сейчас бы БКБ Магнусу. Но он стак прорби. Он рофлит над вами.
Да где мои мультикасты, блин? У меня 600 дэмэджа с этого, Unrefined, ой, с обычного фаербласта. Почему мне не прокает? Вов, да ты там что-то подкрутил? Я пошел стапить. Я наслал на тебя древнее проклятие стеков. Называется пенис из-под пузинус. Боже, только не это. Айса! Байбек. Короче, ладно, никаких. Бля, наконец-то эта ебаная игра кончится. Мы пойдем в пати как раньше, да? Так, я иду. И тут он... Лет Медузис! Лет Медузис, гайз! Fucking fuck. Ну это, блядь, соло для Андреев, моя инфо. Всем привет. Здорово. Здорово. А чё, где Вован? Ладно, парни, молодцы, молодцы, выиграли моего младшего брата. Я просто парню дал клавиатуру с мышкой, блядь, стоял рядом и просто пиздец с вами. А вы думаете, что выиграли меня? Мне вас искренне жарю, реально. Спасибо за переливочку. Да, спасибо, Ваня. Просто искренне жарю. Одолели моего брата шутку, блядь, сидят, рофлят, нахуй, понятно. Вы добились, Доти, да. 8 лет не прошли даром, одолел моего брата Мишутку. Андрей, ты молодец, реально. Ладно, все, Мишутка, иди из комнату. Пока, Боба! Ой, слушай, Мишутка, конечно, интересно. Че, нажимаем? Нажимаем, давай. 3, 2, 1, гол. Дорогие друзья, также нажимаю 3-минутную рекламную паузу, нужно поесть немного. Сейчас слово. Парни, мне нужно подхаваться, БРБ. Если это самое... Короче, я отойду, если что, за меня Мишутка нажмет. Ща вернусь. Вавна, ты жмешь next? Конечно, чё мне? Ну не я, как бы, Мишутка. Ну ты без обид, правильно? Ты просто посмотри, вот, на гирокоптере я играл, да? Ну я играл. А потом просто, ну все, Мишутка. Понял. Счет 31-2 был. 32-1, точнее, на гирме. Ну там на ранг 1000 ложки какие-то были. Я дал братику поиграть. Компьютер, так сказать, клавиатуру ни разу не видел. Он, блядь, с дедома был. Забрали его там. Обидно. Раньше у него была современная семья. И когда он проленился, его ставили в угол, где хуже всего ловит Wi-Fi, понимаешь? Бля, половина маршрута на этой истории плакала, честное слово. Да. Грустно было. Помянем. Еще во времена динозавра, знаешь, вот типа заказываешь пиццу, тебе отвечают, первый освободишься, оператор. Было? Было. Поехали дальше, забыли. Едем дальше, живем дальше, ошибаемся снова. Можем ошибаться сколько угодно раз вообще. Немец. Мемец? Немец. Я мемец. Ты немец. Я фин. Скажи мне, Мелес. Да, брат. Что нужно сделать, чтобы тебя со флангов не обошла конница твоего войска? Перегруппироваться и построить черепаху. Сейчас этот как он. Нет, выкопать овраги, чтобы конь не смог пройти, понимаешь? А-а-а, бля. Понимаю. Вов. Я вот каждый день перед сном инстастори твои смотрю, да? Mm-hmm. Ты бухаешь каждый день? Нет, я сейчас не пью. Знаешь, сколько? Ну, блядь, не, вот недавно, ладно, пил. Недавно? Ну, за 2 недели, короче, я выпил один раз. Вот в чем суть. Ты
это да рядом стояли, а ты, ну, ты рядом стоял, а другие бухали. Ну, пили. Выпивали, так скажем. Я не пью, я отмечаю. Все. Вот и все. Я нашел, кстати. А я нет. У Андрюха тоже нашел. Идите, может, вы уже потрахаетесь, блядь. Андрюхи у меня нет. Что могу сказать? Так он тысячник. Куда ему? Раз попался за день, и все. Я подмутился. Сколько ПТС сейчас? Сейчас у меня 29. Да поддался, поддался старичку, блядь. Вы же сами понимаете, что это просто, ну, как бы старичок, там, надо порадоваться иногда. У него какие радости бывают-то? Если собака дома не покакала, считай, день хороший, блядь. А так хотя бы вот в офисе выиграл легендарного. В офисе. Курьера, можно, пожалуйста, оформить? Excuse me, guys. Купите курьера, молодой человек. Yeah, sure. By the way, guys, I hope you are not говноеды, and we will have fun this game. Отличное начало игры, кстати. Спасибо. Yes. Окей. Короче, я пятерка, с меня все варды, курица, смачки, нет, смачки с тебя, и с вас тащилово. В принципе, как ты каждую игру играешь. О, петушара заговорил, смотрите, Вованчик, а ну-ка, может быть,
Раунд. Заткнись. Хорошо, хорошо. А вы нашли игры, вы играете? Да, я играю. Я, кстати, возможно, тебя обогнал по рейтингу уже. А, нет, подожди. 6479 у меня. Это что значит? Вот ты обогнал там. У меня, Андрюх, 6550. 6550, я понял. Нет, жестяк, ты крепкий, конечно, игрок в эту игру компьютерную. Так. Чё там надо брать? Вот такие штуки, такие. Пам. Блин, а я реально не знаю, что брать на этом чаре. Вообще, скорее всего, ошибка, нужно было брать больше регенов, просто размениваться. Ну и пофигу. Да, у Виспа 9-1, я с танкусь. Ну, я сомневаюсь, что он наставит. Хотя, может быть, окей. Давай, спокойной ночи, зайка. Скоро подойдешь? Да. Сейчас доиграю, приду. Хорошо. Тогда я не буду пердеть под одеяло. Пока. Да не, лучше наоборот. Мне нравится. Пока. Я скоро приду. Сколько у него ренжи? 575. Такое ощущение, что миллион. Он тут был. Он только что пошел пулить. Он от пули ушел. Блин, ну аппарат, кстати, даже на троечке такой неплохой парень. Ой, ну на пятерке, в смысле. Заблочено. Да, я пришел сказать, чтобы тебе сказать, сука, иди варды поставь. Вот хули тебе два варда в паке. Все, давай. Давай.
Блин, как же мне нравится аппарат. Это прям, наверное, сейчас... Попробуй в следующий раз дать тычку дальнему крипу, чтобы Морфова добил. Хорошо. Слушай, мне что-то вообще жесть, как нравится аппарат. Почему так? Не знаешь? Не знаю, я спать. Давай, пока. Такс. Ну эту штуку, наверное, надо брать. Андрей. Где-то я. Попробуй помогать добивать крипов, а не наоборот. Я попытаюсь. Все, я спать. Давай, пока. Но своему другу я вроде помог. Вард, вероятно, упал. Можно как-то вот так еще сделать. Сейчас Антрич. Сантрич не помешали бы. Не, блин, реально аппарат стал еще. Он раньше. Раньше что было. Какая проблема была у аппарата? То, что он слабый на линии. Сейчас такой проблемы, в принципе, даже близко нет. В итоге он просто супер крут, по-моему.
Так, что у нас? Магма. Где-то вайпер еще живет. Да, ну да, тут три в рейсбенда пытают этот дефолтный. Ну, честно, вайпера в этой игре я не боюсь. Он будет большой, да, это понятное дело, но, в общем-то, герой достаточно бесполезный. Рано ли. Ну, с таким этим билдом он, мне кажется, не очень-то. В общем, не выигрывает, есть подозрение. Это сейчас все с такими этим билдами, в общем-то. Блин, это жаль, я не получил с него. Мне еще надо узнать, где вард стоит. Где-то здесь. Ладно, попробуем. Нет. Ладно, похер. Андрей, разбуди, когда сапоги купишь. Окей. Давай, я спать. Давай, спокойный. Короче, хер с ним, с этим вардом, с Андрея переводить не буду, он или здесь, или где-то здесь находится. В теории, может быть, где-то здесь вард. Андрей. Да. Скажи мне, что главное в первом поцелуе? Не знаю, Вов, у него нет смешного варианта. Преодолеть языковой барьер. А, хорош, это хорошо было. А что, давай ты нажмешь ОП в него, убьем его. Нажмешь ОП, убьем. Tied.
Не ставят. Не, ну этот вардер крепкий, конечно. Андрей. Да. Еще есть какая-то? Не могу уснуть, помоги. Не могу уснуть, помоги загадку отгадать. Давай, загадывай. У Миши было два яблока, а у Паши 2 миллиона рублей. Вопрос. Кому едет Даша? Хм. А с чем связать, думаешь, ну, это? Нахуй к Паше. Не знаю, Вов, но это сложно, я не могу так... Да, блять, как затрахал этот... Ладно. Этот дазл слишком хорош. Вообще есть подозрение, что это какой-то стрип-снайпер. Почему так редко зовут стать участником аналитики? А нахуя им в аналитику лишняя мебель? Вот почему так редко их зовут, блядь. Вован, слушай, а можешь поотвечать, может, на вопросы? Я поиграю. Че, пусть донатит. Почему так редко, не знаю. Не, это не ко мне вопрос. Разбери, когда next донат будет, ладно? Да, хорошо. Вообще, блин, я не могу раскусить, это дазл, он настолько хорош, или же он стримосмотр... Вообще, пока что, типа, все было нормально. У меня слишком мало было денег в начале игры, поэтому я не мог особо поставить глубокие хорошие ворды ранее. И была, была задача, ну, на базе порофлить. Поэтому, в общем-то... Вполне вероятно, что у него просто заранее были ворды всегда. Окей, госмок. Нормально. Хороший ульт, хороший ульт. Блин, официальная информация с саппортом сейчас намного лучше играть. Хочу просто передать привет моей куколке Вовань. Спасибо за привет, но... Мог бы больше задонатить, конечно. Все, давай я спать.
Блять, если я найду хотя бы один вард этого гения, это будет так круто. Кстати, слышь, это же мои бабки получается. Наверно. Мне же привет передали, правильно, да? Ну да. Так а чё, Kiwi, PayPal? Блин, Билан, когда-нибудь Билан. Я найду хотя бы один вард этого гения, реально. Kiwi, PayPal, Сбербанк, онлайн, что? Короче, я обязательно посмотрю эту игру еще, мне интересно. Ладно, спать. Давай, спокойной ночи, Вов. Сладких снов. Кстати, насчет гема хорошая. Неудачненько вышло немного. Так, ну-ка, может быть сейчас? Может быть сейчас, гайз? Не сейчас. Но на самом деле, я уже, знаете, не особо слежу за игрой, мне просто хочется... сломать хотя бы один вард. Ну вот, у меня два подозрения. Или здесь стоит, скорее всего. Еще, кстати, у них есть герой. Крепкий один. Фантомка. Я и забыл про нее, честно говоря. Так, еще он один вард поставил. Все, я понял. Значит, в этой локации два варда есть точно. Андрюш, если хочешь сломать вард, я там у нас кроватки один поставил. Приди и сломай. Так, он, возможно, мог бежать до сюда. Смотрим. Короче. Не, я не знаю, я играю против гения, просто против гения. Он сменил себе ник на НС в начале игры. Вов, эти бабки Вовиов. Иду, мужики, иду. Ладно, я реально куплю гем, просто мне интересно, где он ставит варда. Так, ну опять же, гем сейчас бы не отдать, но мне бы хотя бы раздевардить вот эту штуку. Я буду так счастлив, когда это сделаю. Блин, по-моему, Морфу не нужна его форма, в общем-то, ему так комфортнее. Так, ну поехали. Два варда точно есть вот в этих локациях, в этой территории.
Так. Сейчас гем отдам еще, кстати, скорее всего. Да, фантома может выехать за мной. Ну, должна по-хорошему. Андрюль Бан, привет. Не хочешь вспомнить старые добрые запотеть на инвокере? Хуяк. Не, не очень, спасибо. Хотя этот вард сейчас плохой. Андрея Одно не любили фотографы. И он был очень мутный тип. Не, он реально гений. Я хочу посмотреть игру потом. Проверим насчет варда. Андрей, на одном стуле Вова дрочёный, на другом пики точные. На какой сам сядешь, на какое НСА посадишь? Вован, ты там на донатере? Кая, Яша? Не, ну вообще как-то не так плохо.
Ну, знаете, свое дело я сделал в этой ситуации. За малым, кстати, не убьет сейчас. Ну, стики есть. Жить буду. Хотя до бомбы здесь не надо идти, мне надо дальше искать фарты. При том, что в центре такой огромный рейндж играют, не знаю. Ну, я откровенно говоря, уж такой поплавленный. Но он хорош. Я не думаю, что это стрим-снайпер. Хотя, не знаю, может он реально все, чем занимается, это смотрит в Альтабе стрим. Как бы можете обратить внимание на то, что я просто бегаю, чекаю варды. Ну, опять же, знаете, задачу свою выполняю. Андрюх, сосредоточься. Суд вынес приговор. Голландский штурвал с Лостом. С его секси взглядом. Или год без ПК. Чусуайзли, май френд. Андрей, скажи Рами, чтоб больше не ставил ставки, и пожелай ему удачной сдачи сессии. Дай бог тебе здоровья. Спасибо за стрим. И моя тыка летит. Внимание. Спасибо за внимание. 20 хп реген. Блин, ну они сейчас такие хреновые стали. Ладно, маны все равно не хватает. Я и свод вортекса, кстати, хуже тоже стали, по идее. Да. Блин, ну брать хп реген очень не хочется прям. Так, ладно. Блин, интересно, интересно, интересно. Интересненько, интересненько. Я насру в твои глазницы. Хуяк. Так, дорогие друзья, сейчас у нас 6-минутная рекламная пауза. Или... Нет, 3-минутная рекламная пауза, потому что сейчас будем смотреть еще за вардами, что там было в итоге. Глазами этого дазла. С подозрительным никнеймом NS.
Так. Почему я так туплю? Нет, это мне реально сломало мозг немного. Просто, опять же, такое количество поставленных сентрей и не найденный ни один вард с них. Конечно, в доте есть удача определенная, то, что ты можешь предполагать, в каких местах стоит вард, и наугад ставить, тыкать. Опять же, в этом случае я недооценивал врага, думал, ну, чекал дефолтные точки, как, в принципе, в матчмейкинге и стоит делать. Вот, но он был слишком хорош. Но, тем не менее, хотя бы один какой-то вард ты должен был бы найти, наверное. Так, looking for replay. Давай, 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 давай. А, вы еще хотели посмотреть профиль вот этого господина, но я не уверен, а как узнать, как посмотреть? Честно, я не умею выискивать правду. Реплея нет. Сейчас тоже еще, на самом деле, такой момент просто. Уже, наверное, сформировались какие-то дефолтные точки вардов, но я, к сожалению, пока что не в курсе. Карту очень сильно изменили, поэтому к этому нужно привыкать. Ну, плюс, опять же, нужно начать с того, что у меня не было возможности поставить первые варды. То, что, а, я был АФК, б, я был на базе очень много. Поэтому, опять же, чем позже начинаешь вардить, тем сложнее, скажем так, как-то устоять в плане вардинга. Потому что, опять же, нужно хотя бы завардить свою территорию, свою часть. Тогда уже возможно видеть 1-2 варда, куда поставят оппонент там, и так далее. Просто хотя бы заметить. Тут этого не было. Ну-ка, Players Perspective, посмотрим. Открой карту пока реплей, да. Так, ну тут, понятное дело, ни хрена особо интересного. Можно увидеть, что он обсирается с подводом. Но сейчас, ладно. Сейчас, в принципе, обсираться с подводом можно. Новая дота, там типа, непонятно, как это работает. Вообще, работает ли это. Так, смотрим. Ну, блять, я могу сразу сказать, что он херовый очень вардер. Он просто идет с вардом, вот таким вот образом. И его видят крипы, за ним бегут, и он ставит просто вард. И опять же сразу же показывается. Раз, два. Но это прямо, это очень слабо. Опять же, я выискиваю в нем гения, но пока что все очень плохо. Можно, дай бог здоровья. Дай бог здоровья, Резака. Оп. Так, ладно, дальше. Опять же, здесь вижу, пока нет никакого.
Пока реально похоже, что это дефолтный какой-то дебик. Чисто бегает, рофлит. Ботинок, Виндлейс, Вард. Крепко. Дефолтный Вард. Тут вам, ну, типа, в дефолтный, суть в том, что он ставит его первым. В этом прикол. То есть, условно, я мог купить раньше, провести мидеру. Мидер бы поставил себе этот вард, и мы бы этот его сломали. Но вполне вероятно случится наоборот. Ровно наоборот. Так, и тут он... Тут он, по-моему, пойдет вниз. Ну, тут мы его видели. Тут был вард. Мой, нормально, там зачекал. Блин, а чё он чё-то полезает? Вот видите, что происходит? Просто стоит в АФК. Вот смотрите, о чем я говорю. Вот примерно такие моменты. Сейчас я покажу. Блин, сильно маханул. Очень сильно. Вот, смотрите. Вот его мышка. Она просто ничего не делает. Это альтап. А? А? Дальше тоже. Оп. Хлоп. Альтап. В общем, ребят, кажется, гения мы не нашли. Ну ладно, опять же. Крест сразу мы не ставим, потому что, возможно, это просто совпадение. Тут он покупает центрю. Ну, кстати говоря, он после альтабов покупает центрю себе. Летит вниз. Так, ладно, хорошо. Ну это вот, заметьте, это после альтабов эта херня случилась. Угу. А, стоп, серьезно? Вот этот вард... Этот вард увидел, как я... А, да, 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 да. Этот вард как раз и увидел, как я сюда ставил. Так, первый. Серьезно? То есть просто бегает. Не, я понял, ладно. Это не гений. Это просто стечение обстоятельств. Это опять же, видите? Стоп, секундочку. Так, два варда, он даже не прокликал меня. Вот, прокликал. Ага, мышка остановилась. Но опять мамка позвала. Ну, тайминг хороший. Ага, принес центри, альтабнулся. Минус 200 библиот у Пантри. Что же ты не читаешь, донат? Не надумал еще в True Golf поиграть? Или Батуты Ван Лав? Батуты Ван Лав. Привет, еще раз. Макалистер, я пока не читал, да, тут разбираюсь очень важной одной штукой. А, ну, блять. То есть он даже, он... Так он же нихуя не смотрел, когда я там ставил вард. Там был момент,
когда я, соответственно, вышел. Вот здесь, вот сейчас он, походу, будет. Смотрим Player Perspective. Ну, ладно, можно даже... Ладно, короче, вот смотрите вниз на миникарту, в эту точку. Сейчас я появлюсь недолго и уеду. Бам, появился. Ушел. Но в этот момент он был, блядь, в Альтабе. И, соответственно, видел это на стриме, а не из-за Варда. Не, в Тругольф, спасибо большое, Магальстер. Я не надумал, реально сейчас очень много времени уходит на батуты, на лыжи еще в перспективе. Поэтому ближайшее будущее зимой так точно нет, наверное. Но спасибо за предложение еще раз. Ну и вот, и после Альтаба сразу прибежал, поставил. А Варда я, походу, не находил просто из-за стечения какого-то фантастического обстоятельства. Но опять же, так и, знаете, сложно находить Варды, когда... Это был потом второй. Ну, короче, понятно. Задержку ставить. Да нет, задержку я не буду ставить. Anyway. Вот тоже еще Вардик находит. Ну, ладно, это-то понятно, там крипы не спавнятся, там можно это все сделать. Короче, в принципе, мне все понятно. Ну, то, что я, правда, не находил варды его, но это я сейчас... Ну, опять такой альтабик простенький, пока сентри есть. Короче, ладно, понятно все. Опять же, то, что я не находил варды, это я на неудачу, скажем так. Скидываю. Ну, потом я купил уже гем, и все пошло по-другому немного. Просто вот ради интереса посмотреть. Теперь от моего лица. Я не буду Player's Perspective ставить, просто посмотрю, как я бегал, где ставил варды, где они были на самом деле. Так, ну вот, соответственно, тот самый вражеский. Понятно, там был заблочен спаун. Ладно, это все херня. Ну, тоже такой стандартный вард, в принципе. Ничего не... Ничего... Короче, палевный. Весьма палевный. Стандартный палевный дефолтный вард. Тут тоже ничего не было видно. Ну вот, чилибосс просто проходит. Хотя, опять же, сейчас такое в ESN3. Притом, знаете, тут... Ладно. Ладно, в принципе, я помню, что тут было. Здесь был альтап, так что такое... Говорить об этом нечего. Единственное, я задумался о том, что, в принципе, не самая плохая идея сейчас таким АУЕ сентрей реально ставить сентрички на дефолтные места. Но, правда, оно не здесь, скорее, дефолтное. Дефолтное место вот здесь находится. Вот сюда сентряк надо ставить, чтобы видеть, соответственно, всю эту территорию. Ну да ладно. Он, типа, такой беспалевный пошел, такой, оп. Такой прям мистер, блядь, беспалевность. Он ожидал видеть вард вот здесь, вот там или здесь, например, искал его. Окей. Так, ладно, сейчас начинается беготня, по идее, с вардами. Вот. Раз, я просто, обратите внимание, сколько я не успеваю. Ну и тоже, да, я опять же сказал то, что, по идее, он или здесь находится, или здесь. Посчитал, что он будет здесь. И вот этот 50 на 50. Первое 50 на 50 проебано. Опять же, согласитесь, было бы неплохо сразу сбить этот вард. Так, ладно, бам-бам-бам. Вот тут вот тоже, получается, на варде я поставил свой. Но тут ошибка. Тут на самом деле такая. Я, в принципе, понял... Во время игры ее, но забил хер, потому что я поставил, я сошел вниз.
тут уже определенное количество вардов есть, которые здесь, там, здесь, условно, здесь. Вот здесь, как оказалось. Какой-нибудь здесь даже мог бы увидеть. То, что я, соответственно, ставлю вард. Это прям совершенно глупо было, но тем не менее, я просто забил на это дело. И как оказалось, он не палил в итоге, он просто посмотрел на стриме. Так бы он его не сбил. Скорее всего. Так, ладно, окей, второй вард сразу. Первый вард не угадал 50 на 50, второй поставил на вижене. По глупости, но тем не менее, тут он ломает. Соответственно, я думаю, ну ебать, ну... Есть небольшая вероятность, что вард здесь находится, в моем понимании. Но скорее, больше вероятность, что он находится где-то на хайграунде. Это и точка выгоднее намного. Я такой бам, такой оп-оп-оп, посмотрел, не нашел, обидно. Андрей, ты планируешь пока проебано. Лыжные курорты Московской области. Ну вот, пожалуйста, Степанова, вард в полном этом или самом. Планируешь куда-нибудь в горы. Инвизе, получается. Тут его он не видел, что я поставил. Но тем не менее, он придет через полсекунды, его сломает. Ну, не полсекунды, конечно. Такой вот дядя идет. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ух ты! Нашел! Ничего себе! Жестяк. Так, что дальше по вардам? Ну-ка. А, смотрите, и здесь нашел. Видали? Жесть, но он сломался только, к сожалению. 3 из 3. Ну, блядь, гений. Просто гений. Так, здесь меня видно. Здесь, вот здесь он должен сломать вард. Здесь прям он очень плох, если его не сломает. Это опять же, это... А это исходит уже из-за проебанного 50 на 50 здесь. Я ставлю второй вард уже, и он тоже меня видит. Потому что я проиграл 50 на 50 в начале. В принципе, надо было в принципе... Короче, надо было по факту ставить вот сюда, вот центрю, потому что здесь точка намного более опасная, чем здесь. Нужно было, да, дефолтно избавляться. Что ж, учтем. Так. Дальше с мочевиксы. Это такое, знаете, вард-суицидник. А, интересно, при том, что здесь, в общем-то, и сентря еще стоит. Уже, естественно. Но, по-моему, это второй вард, потому что здесь. Бам, 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 пум, пум. Жестяк. Так, и чё когда поставил? А, ну я вот сюда вард, кажется, поставил на драчку. Ну, короче, понятно, в общем-то. В это время дозор, кстати, почему-то не сломал этот вард. Тут тоже просто мне сразу сломали вард. Я думаю, ну, блядь, ты должен был как-то видеть, что я это сделал. При том, что... А, короче, такое... Или здесь. Хотя я был в смоке. Я был в смоке, и он не мог это видеть вардом. Поэтому эти центрики были поставлены просто на рандом. И зря. Ну, дальше я уже, значит, подъем. Короче, ладно, понятно. Смотри, ты планируешь покорять горнолыжный курорт Московской области с Степанова Волина или планируешь куда-нибудь в горы? В горы планирую и кататься на Нагорной. В Канте. Ладно, понятно. Все здесь понятно. Дорогие друзья, ну что ж, время уже позднее, поэтому, наверное, я буду идти уже спать, отдыхать. Поэтому спасибо огромное, что смотрели. Напоследок 6-минутная рекламная пауза и буду заканчивать. И опять же, напомню. В третий раз, что 28 числа в среду на протяжении дня будет проведено несколько розыгрышей от Мосчата. Будет разыграно значит, сет
на инвокера Dark Artistry за 25 тысяч рублей, а также 5 аркан на пуджа и много всяких приколюк. Для того, чтобы принять участие, нужно зайти на mostchat.com, там, соответственно, сидеть на канале Dreads TV. В момент, в день розыгрыша, соответственно, быть еще на стриме и ждать того самого момента. Вот. Но у меня на этом все. Я желаю вам всем спокойной ночи, дорогие друзья. А теперь взгляни на это с той позиции, что чел не стрим-снайпил, а просто потел и за твоими действиями в игре наблюдали. Мне кажется, там ничего необъяснимого в его действиях нет. Если они все говорили про варды, соответственно, все получали инфу. Один раз вард был сбит. В таком случае, там все равно два из трех вардов, которые он сбил, он поставил на рандом с энтрю. Там не было информации по ним никакой. Плюс он альтабался, так что, опять же, я назову это стрим-снайпером. Есть всегда вероятность ошибки, но здесь она очень мала. Вот, ладно, расследование закончено, ребят. Спасибо большое, что смотрели. Увидимся с вами, скорее всего, послезавтра, возможно, и завтра, не знаю. Вот, на этом у меня все. Всем большое спасибо, всем пока. Митяй, спасибо за донат еще. Мисси Вос, спасибо за подписку. А583, Снупиен, Линкин Спирит, Pass of Noob, 200 рублей. За донат еще тоже спасибо большое. Мобзи, Реали Элиас, Элизабет 38, Майфоксин, Хэрспрей. Спасибо огромное. Все, ребят, всем пока, увидимся.